Приветствую вас, дорогие мои друзья! Вы на канале Tarot Angel Planet. И у нас сегодня ритуал, египетский ритуал изобилия Сотиса или изобилие Сотиса. Сотис – это звезда небесной богини изобилия. У кого были проблемы с финансами, у кого были проблемы с друзьями, у кого вообще, ну, вот такие проблемы, которые в вашей жизни произошли, которые надорвали и надломили вообще отношения с людьми, и тем более деньги стали утекать, то тогда этот ритуал для вас. Мы будем включать каналы творческих работ, будем создавать, контейнировать в подсознании практические шаги, которые вы потом будете принимать. Все, что вы будете чувствовать, это вот будет работа через астрал, работа с подсознанием. Не забудьте поставить лайк, колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео, и подписаться. Итак, мы начнем. Так как ритуал медитативный, можно или сесть в позу лотоса, или лечь. Можно зажечь свечу и вместе побдеть, а можно просто релаксировать и плыть в астрале. Сейчас вы все поймете, о чем речь. Лягте поудобнее или сядьте поудобнее и закройте глаза. Сосредоточьтесь на своем вдыхании. Вдох. Наполняем животик. Вдох через диафрагму и выдох. Животик опускается. Таким образом вы позволяете своему сознанию пребывать внутри, где глубже и глубже по мере того, как вы расслабляетесь. Фокусируйтесь на подъеме и опускании живота при вдохе и выдохе. Позвольте себе осознать, что над вами находится великая звезда. Это блестящее серебро. Это великолепная магическая серебряная звезда. Почувствуйте ее мистическую серебряную силу. Почувствуйте энергию, которая пульсирует вокруг этой звезды. Почувствуйте ядерную, необъятную мощь. Она потрескивает от жизненности и мощности. Многие другие планеты, звезды и луны поддерживаются силой этой великой звезды. Звезда питает энергией, жизнью, как духовное солнце. Вы теперь осознаете, что вы плывете в серебряной реке. Не забывайте дышать, вдох. Животом, выдох, вы уже сами по себе дышите, мы просто продолжаем медитацию. Вы плывете в серебряной реке света, в самой темной галактике. Вы направляетесь ближе к этому солнцу, к этой звезде. Вы чувствуете под собой реку, река света. Эта река света наполнена любовью и силой. Она вас обволакивает с такой любовью, как мама в колыбельке. Вас несет туда, вы так нежитесь. Вас ведет к этой звезде, к этой любви. По мере того, как вы приближаетесь, река поднимается и расширяется, становясь все шире и шире, наполняясь жизненной энергией непосредственно от этого духовного солнца Сотиса. Позвольте реке питать вас идеальным балансом, прохладой и теплой энергией. Почувствуйте, как вы поднимаетесь и опускаетесь вместе с естественным потоком реки света внизу и вокруг вашего тела. Эта энергия держит вас крепко и безопасно. Представьте, что вы очищаетесь у реки, отпускаете черную энергию, которая не соответствует изобилию, и укрепляете все энергии, которые уже есть в вас, которые соответствуют этому изобилию. Не забываем дышать. Делаем глубокий вдох и выдох. Используйте самонастрой, чтобы расслабиться. Вы можете дышать и сами себе говорить: я плыву в реке. Тут можно уже голос использовать. Вдох, выдох. Я плыву в любви, в
втягиваете ее любовную силу и свет. Про себя проговариваете: я втягиваю любовную силу и свет. Я начинаю осознавать, что река теперь сливается с краями звезды. Вы чувствуете умиротворение и блаженство, когда энергия звезды Сотис вливается в ваше пространство, в вашу сущность, в ваше существо. Вы, как разлитая душа, сливаетесь с разлитой рекой, с разлитой энергией звезды Сотис. Вы чувствуете, что убеждения, которые были неправильными, которые основывались на страхе, отпадают. Вы видите и знаете, что любовь рядом, и вы видите вещи по-другому, и вы становитесь другими. Вы не анализируете, сами себе не объясняете. Есть только глубокое, искреннее знание того, что все просто прекрасно, и нет необходимости беспокоиться или бояться. Вы себе говорите, используя силу своего голоса: «Меня любит». «Я любим, я любима, Всевышний меня любит, и я люблю тебя, Всевышний, и я плыву к силе света, и я плыву к этой энергии». И тебе божественный голос говорит: ты в безопасности, вас поддерживают, вы никогда не будете оставлены, потеряны, проигнорированы или забыты. Божественное никогда не забывает, вы неотделимы от красоты, от света этой великой звезды. Это уже есть в вас. Вам просто нужно это чувствовать и помнить. В конце концов, вы почувствуете, что можете двигаться по реке света, когда вам заблагорассудится. Со временем вы научитесь вспоминать ее и сразу в нее попадать. Со временем вы поймете, что вы от Матери Земли, отделяясь и взлетая в эту реку, в эту божественную, серебряную, мистическую реку света, отделяясь от Земли, вы взлетаете и можете возвращаться обратно. Вы всегда знаете, что сила Сотис, божественного света, у вас внутри. Река течет, и вы чувствуете, как проходите чрево звезды в полном блаженстве. Звезда вас обнимает, убаюкивает, обволакивает, окутывает. Вы в такой любви пребываете, в такой радости и счастье, в такой благодарности за этот божественный экстаз. Края звезды на другой стороне мирно и мягко протекают по реке, от звезды к звезде. Река, в которой вы находитесь, начинает вливаться в вашу жизнь на Земле эмоционально, психологически, духовно и физически. Нет такой части жизни, которая бы не была благословлена этой рекой и светом внутри нее. Вы осознаете этот свет в реке, текущий в любую часть вашей жизни, которая нуждается в большем изобилии, нуждается в исцелении, нуждается в процветании. Позвольте этой части вас и вашей жизни быть благословленной, священной, небесной рекой. Вы принимаете омовение этой рекой, омовение реки проходит через все ваши чакры, начиная от нижних чакр Сватхистаны, Валадхары, проходит через Манипуру. Вы чувствуете, как ваши чакры расцветают. Вы чувствуете позвоночником, спиной, пол, на котором лежите, или кровать. Вы чувствуете это соприкосновение. Вы чувствуете, энергия реки входит в ваш божественный сосуд. Вы наполняетесь этой жизненной силой. Эта река Сотиса вас наполняет жизненной силой, благополучием, благоденствием, изобилием и удачей.
Дальше эта река божественная течет через ваши чакры на хату, Вишудху, наполняя силой и энергией. Ваши чакры, как лотосы, расцветают. И вы видите астральным видением проекцию своего тела и понимаете, что каждая ваша чакра расцвела, и вы расцвели, как лотос в этой божественной реке. Ваши чакры расцветают. Вы находитесь в гармонии со Вселенной, так как вас пронизывает божественная любовь звезды изобилия Сотис. Вы чувствуете, как она течет, наполняет. Она наполняет вас в том мире, в астральном. И когда вы проснетесь, вы будете наполнены этой жизненной энергией, удачей и изобилия здесь. И вы будете ее притягивать на земле, так как прямо сейчас вы чувствуете своим божественным сосудом, своей спиной, наполненность и расцвет ваших чакр. Вы чувствуете анахату, вишудху, сахасрару и аджна чакру. Аджна и сахасрара – чакры ваши на голове. Аджна – третий глаз, сахасрара – тысячелепестковая чакра. Знание, познание, соединение со Всевышним. Вы находитесь в соединении с любовью. Вы находитесь в соединенности с миром. Вы находитесь в соединенности с Богом. Вы находитесь в соединенности со Вселенной. Несколько раз прослушав эту медитацию, вы сможете постоянно нырять в эту мистическую серебряную реку звезды Сотис. А сейчас силой своего голоса положите руку на сердце, неважно какую, левую или правую, и говорите от всего сердца. О звезда, о божественная звезда любви Сотис, благослови меня изобилием и миром. Повторяйте эти слова. О божественная звезда Сотис, благослови меня изобилием и миром. Мое богатство на всех уровнях действительно увеличивается. Мое богатство на всех уровнях действительно увеличивается. По многим каналам я получаю, о твой поток Всевышний. По многим каналам я получаю, о твой поток Всевышний. Я с удивлением и благодарностью наблюдаю, как мое богатство растет. Я с удивлением и благодарностью наблюдаю, как мое богатство растет. Я освободился или освободилась от всех страхов и сомнений, которые могли бы помешать. О, Бог твоей милости! Я освободилась или освободился от всех страхов и сомнений, которые могли бы помешать, о Боженька, о Всевышней твоей милости. Вместо этого я сосредотачиваюсь на твоем сияющем звездном лике, о Всевышний. Вместо этого я сосредотачиваюсь на твоем сияющем звездном лике, о Всевышний. Я осознаю любовь и безопасность внутри. Я осознаю любовь и безопасность внутри. Мы делаем вдох, выдох. Постепенно пошевелим пальчиками, почувствуем нашу жизненную энергию, почувствуем, что мы оживаем, и мы постепенно из этой реки возвращаемся на землю. Эта река нас вернула, мы сами по своей воле, своей силой воли можем теперь туда нырять и можем оттуда возвращаться. Можно привстать, можно открыть глаза и еще полежать, поразмыслить над медитацией, почувствовать, что было во время медитативного ритуала. Кто сидел и у кого свеча горела, пусть свеча догорит, так как можно как медитацию использовать ритуал этот, так и как сам по себе ритуал со свечами.
Если нужна более сильная мольба, лучше делать, сидя, этот ритуал. Сидя, вы почувствуете спину, божественный сосуд, ваш позвоночник и все открытые чакры. Кто устал и кто понимает, что тяжело сидеть, можно ложиться, расслабляться, и пусть вас божественная река примет в свои объятия. Если горела свеча, пусть свеча догорает. За кого я участвовала в этом ритуале, они знают, все для вас будет. Записи на ритуале, на ритуалы есть, ссылка в шапке описания, в канале есть. Не забудьте поставить лайк, подписаться, колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. А я жду вас на следующих раскладах, консультациях, на личных ритуалах, на медитациях. Пока-пока!